В Одессе простились легенды кино и театра. На 99-м году жизни ушла народная артистка Украины Евгения Демская. Всю свою жизнь она посвятила искусству и Одесскому театру мускомедии имени Водянова. Артистка сыграла около 200 ролей в классическом и современном репертуарах. Прощание с Евгенией Демской прошло в ее втором доме театре мускомедии. Я думаю, что в честь ее нужно назвать одну из улиц Одессы. И это будет правильно, чтобы увековечить память народной артистки Украины. Человек, который всю свою жизнь посвятил развитию искусства. Вечная память о ней останется на многие-многие десятилетия. Евгения Михайловна до последнего выступала на сцене. Свое 95-летие она праздновала на благотворительном спектакле «Бал в честь короля», посвященному Михаилу Водяному. Тогда народную заслуженную артистку с юбилеем поздравил народный депутат Украины Сергей Кивалов. 28 ноября Евгении Демской должно было исполниться 99 лет. Она родилась и выросла в Киеве. Там и закончила музыкальное училище. В военные годы была солисткой Киевского театра «Малых форм», выступала вместе с Михаилом Водяным как солистка Львовской филармонии. В 46-м окончила Львовскую консерваторию и в том же году стала одним из основателей Львовского театра музыкальной комедии. Вместе с ним в 1953-м переехала в Одессу и все последующие годы была ведущей солисткой театра мускомедии имени Водянова. Когда я последний раз встречалась с Евгенией Михайловной, мне удалось одной из последних ее видеть ее лучезарные глаза, и она представила меня лечащему врачу, сказав: это директор моего театра. Это действительно ее театр, это действительно ее город. И знаете, как говорят, что да, уходит человек, его бренное тело, потом душа. Но легенды остаются. В 2017 году Евгения Демская установила два рекорда Украины. Она 70,5 лет проработала в одном коллективе и стала старейшей из работающих актрис. Но коллеги ее всегда называли ласково – Женечка. Есть роли, которые сыграла Евгения Михайловна Демская и которые остались непревзойденными. Это и та же знаменитая Лариса из «Белой акации». Это Сильва, которую Евгения Михайловна очень любила и считала лучшим своим спектаклем. Но и даже в небольших, может быть, ролях где-то, потому что не всегда же центральные роли доставались, особенно с возрастом, она все равно умела держать стержень. Я никогда не забуду, например, ее роль миссис Хиггинс в «Моей прекрасной леди». И многие-многие другие роли, где все равно она всегда оставалась Евгенией Михайловной Демской. Евгения Демская создала яркие образы в «Королеве Чардаша», «Фиалке Монмартра», «Розмари», «Летучей мыши», «Веселой вдовы» и многих других оперетах. Самая популярная кинороль артистки Лариса в фильме «Белая акация». Она даже собственноручно посадила возле театра мускомедии «Белую акацию».